Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, я приветствую своих подписчиков. А у меня на канале очередная посылка добралась вот таких вот, ну не знаю, наверное, все-таки маленьких размеров. Просто много пустоты в этой посылке. Пришла посылка с сайта AliExpress. Обошлась она в 237 рублей или 4 доллара. И добралась до меня за достаточно большие 58 дней. Уже достаточно долго шла посылка по таким меркам. Зачастую посылки, которые долго идут, с одной стороны, волнительно, что оно не придет. С другой стороны, примерно понимаешь, что даже если посылка не придет, скорее всего, деньги тебе сервис компенсирует. И есть еще одна маленькая особенность, что если посылка долго идет, она, возможно, придет позже положенных сроков, и на самом деле содержимое посылки тебе может достаться в подарок. Вот это тоже как бы интересный момент. Смотрим, что у нас здесь пришло. Так, содержимое заказа вы сейчас видите на экране. Но здесь у нас что-то не в порядке. То есть там был заказан всего лишь вот этот вот Wi-Fi адаптер. Но продавец расщедрился и добавил мне еще крепление. Крепление для телефона. Это у нас, по-моему, ну, для такого настольного штатива. Ну что ж, большое ему за это спасибо. Прикольная вещь. Я думаю, мне пригодится. Ее можно, кстати, использовать не только для крепления телефона, но и для освещения. Если вы, например, снимаете видео, как я. Так, продавцу огромнейшее спасибо за это. Так, ну, Wi-Fi. На самом деле, такой адаптер у меня уже на канале был. Ссылочка будет на предыдущее видео вверху экрана. Вот, поэтому особенно здесь я дополнительно разглагольствовать не буду. Вот, единственное, можно только два заказа. Предыдущий этот сравнить по цене. Вот, ну, в любом случае, я думаю, будет этот заказ выгоднее благодаря подарку, который продавец мне сюда добавил. Так, вот так у нас адаптер открывается. Он такой очень маленький, компактненький. К нему имеется в комплекте вот этот вот ремешочек такой, да. Но отверстия, что самое интересное, на этом адаптере нету. И одеть этот ремешок, собственно говоря, некуда. Ну, для меня это совершенно не критично. Инструкция на китайском. Вот такая вот интересная посылка. Большое спасибо еще раз продавцу за подарок. Вас я благодарю за просмотр моего очередного видео. В конце, как всегда, напоминаю тем, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, делаем это по ссылкам в описании к видео. Если вы соберетесь приобретать этот товар, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы, те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую, ссылка на них будет в описании к видео. А если вы хотите поддержать мой канал, то смело идем по самой нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо, пока! Love you.